В центре внимания результаты работы БФСО «Динамо» за первое полугодие 2017-го. Об итогах деятельности за прошедшие 6 месяцев отчитались руководители областных и городских структур. В течение 2 дней Брестская областная организационная структура БФСО «Динамо» принимает семинар-совещание по итогам работы первого полугодия текущего года. На этом семинар-совещании будут присутствовать все руководители областных и городских структур общества «Динамо» Республики Беларусь. На данном совещании будут подняты вопросы о финансо-хозяйственной деятельности, о спорте высших достижений, о перспективном резерве, а также о подготовке сотрудников правоохранительных органов. Стоит отметить, Брестская областная организационная структура БФСО «Динамо» по результатам деятельности занимает одно из лидирующих мест в республике. И это не случайный результат, а закономерный итог плодотворной работы. Брестская организация «Динамо» является одной из ведущих нашей организации. Здесь собран один из лучших коллективов по кадровому составу в том числе. В прошлом году брестская структура заняла 2-е место по итогам смотра конкурса. В этом году они идут, во всяком случае, не хуже, а по многим направлениям лучше. Важная часть мероприятия – вручения членского билета. В дружные ряды БФСО вступил Виктор Братченя, гордость Брещины, чемпион мира по армрестлингу. Сегодня спортсмен готовится к очередным стартам, но уверен, что найдет время и силы для развития и популяризации динамовского движения. Сейчас со 2 по 11 сентября в Будапеште пройдет чемпионат мира, где вот я готовлюсь усиленно, хочу... Не хочу, а буду защищать, наверное, свои титулы чемпиона мира, потому что загадывать в будущее не хочется, но надеюсь, что все будет хорошо. Помимо совещания, программой мероприятия было предусмотрено ознакомление с физкультурно-спортивными объектами и возможностями Брестской областной оргструктуры, спортивным комплексом «Динамо» и учебно-спортивной базой на озере Селяхи.